А что если... Что это?
убивать его! Этот несчастный был до смерти напуган. Это неудивительно. Куда приведет меня моя судьба? Какие опасности? Поль. Не бойся, Поль. Адель. Меня похитил епископ. Он использует данную мне Богом силу для совершения страшных злодеяний. Он посещает святые места и оскверняет их ужасными ритуалами. И с каждым разом моя сила уходит. Его приспешники растут в числе, а его учение расползается, как болезнь, заражая без разбору людей и тварей, неважно, кто они. Он направляется туда, где находится оплот веры. В святую землю? Да, и только ты можешь остановить его. Отправляйся в святую землю и найди его. Я понимаю, что тебе будет тяжело, но ты должен справиться. Торопись, Поль. Положи конец его злодеяниям и не дай ему осуществить задуманное. Я пожертвую часть своей силы, чтобы помочь тебе стать сильнее. Я научу тебя молитве, которая позволит тебе использовать эту силу. Закрой глаза. Veni Spiritus Sanctus, sana valnera mea be, cor meo cum audace. Аминь. Теперь я покину тебя. Адель, какие... Не используй молитву всуе. Я буду с тобой.
Какие опасности меня ожидают? События последних дней не дают мне покоя. Если епископ мертв, то как его могли видеть вместе с Адель на корабле, отплывающей в святую землю? Что за чудовищное проклятие пало на монахов Бельмонта? Остается только одно — отправиться за Адель в святую землю и остановить безумца.